Привет за подписчики мои. Слушайте, звездные бойцы Бравл Старс. Я их уже снимал где-то полгода назад, но сейчас акция в пятерочке, поэтому грех не снять. Выиграем 3 штучки, потом пойдем в студию, дома откроем еще несколько бравлеров и посмотрим. Так, надо... О! Отлично, ребята, сразу удача. Там уже были, походу, 20 рублей. Это приятно, тут я молодец. Короче, надо сравнить, что лучше. Так, все, да. Купить одного бравлера пятерочки, например, да, или купить здесь. Сейчас проверим. Так, еще один фиолетовый. Круто, заряжаем еще. Так, и у меня, в принципе, получается, я просто подготовил 120 рублей. Но раз нам дали одного на халяву, то надо найти... Опа, черненький, крутой. То нам надо еще найти 20 рублей. Сейчас сделаем. Как раз у меня есть. Так, сейчас я супер свой кейс открою. Супер кейс для монеток мой. Так, так, все. Экс. Нормально, получились бравлеры по 30 рублей. Погнали в студию. Ну, слушай, неплохо, неплохо. 4 штучки мы сегодня выкрутили. Получается, одна нам вышла 20 рублей. Мы сегодня посмотрим, распакуем 4 вот этих. Я думал больше распаковать, но, видишь, денег не хватило. Пишет, не хватило. И еще вот эти мы сами тоже откроем и посмотрим, что здесь. Давайте с этого и начнем. Вот такие бравлы. Цена 40 рублей. Бравл в пятерочке стоит 55 рублей. И посмотрим этого персонажа. У меня на канале уже есть такой ролик. Я там распаковывал... Мне кажется, побольше, штук 8 мы тогда там открывали. Так, сейчас я его соберу. О, это какой-то у нас пират в маске. И я тогда сказал, что это вообще скины не из Бравла, но вы поправили меня в комментариях и сказали, что типа, мол, они все из Бравла. Вот, я что-то, честно признаться, таких там чуваков не видел. Не знаю, давайте в этот раз снова проверим вашу внимательность, догадливость. И вот напишите эти вообще из Бравла или снова какая-то подстава. Не знаю, пока непонятно, пока не пойму я. Значит, что у нас тут происходит? Пока у нас просто вот такой вот скин. Ну, я не знаю, это не Бравл Старс. Я тебе говорю, он больше похож на чувака из Фортнайта. Потому что, ну, посмотрите, бандана, причесон такой, да, ирокез. Не похож он на Бравлер. Так, нам осталось найти всего лишь одного Сэнди. Вот, Сэнди, потому что, ну, а как иначе без него нам обойтись? Давайте достанем. Так, и у нас Дед Морозик, это у нас Гейл. Гейл повторка, я буду называть. Гейл повторыч. Так, ну чего? А, вроде как... Вот это, кстати, очень крутой скин Бравла. Это какой-то паук-осьминог. Вы только посмотрите, какой он накачанный. Смотрите, у него зубы, он зубастый просто. Зубастый, накачанный такой. Вау, вот это маска. У него еще пояс какой-то рестлерский. Круто. И у него даже какая-то есть еще аксессуар. У нас в прошлом товарище был бластер. Ну, не бластер, а такой мушкет. А-ля пиратский. А здесь у нас прям вот это да, вот это да, вот это вообще, чё ты творишь? Так, вот это да, вот это мужик, вот это крутой чувак вообще. Давайте распаковывать дальше. Смотреть, кто выпал здесь. Кто-то синий. Брок-стрелок, наверное. Как вы думаете, смотрите, у нас есть три вообще. Брок, Фрэнк и... Карл Воин. Кто это? Брок-стрелок. Ну, в принципе, да, я так и думал, это Брок-стрелок. А, ну, хорошо, ничего страшного, тоже неплохо. Брок-стрелок, ну, пригодится. Смотрите, нам выпали... О-о-о! Вот это легендарный скин. Это Ворон. Ворон точно в игре был. Я вот начинаю думать, а может быть, они скины... Ну, как бы маски. Маски вот, может быть, как бы в игре. Ой, тут даже две маски. Фига халява, смотрите. Вау, смотри. Сразу две маски Ворона. Ну, слушай, вот эта маска офигенно. Это даже не маска, это вообще какой-то... И тут еще три руки было в комплекте. А, значит, три руки в комплекте, две маски в подарок, а подставка. Ну, это вообще то, что нужно. Это прям вот то, чего мне не хватало все эти годы. То, чего я ждал, понимаете? А, скин на Ворона, еще и маски две. Эту маску вообще можно использовать на других персонажах. Можно кастомить. Вау, вообще крутой. Вот Ворон есть, где Ворон? Вот Ворон, Ворон есть точно. Ну давайте распакуем Бравлера. Кто-то розовенький.
Да ладно, блин, а просто та штука, она тоже, как бы она фиолетовая, мне показалась на мгновение, может быть, будет она. Нет, это фараоникус, фараоникус максимус у нас, к сожалению, есть. Не к сожалению, но будет еще один. Одним фараоникусом максимусом больше, одним меньше. Слушай, меня радует то, что нам... Ну, это точно пират, ребят, такого... Это вообще похоже на из мультика какого-то аниме, из One Punch Man, он вот этот вообще похож, товарищ. Не... Ай-ай-ай, не знаю, не знаю, не знаю... Так, сейчас мы соберем, подожди. И здесь, кстати, два мушкета у него. Я не знаю, это один запасной или просто подарочный какой-то мушкет. Мушкет. Но что-то такое ощущение, как будто бы это оно то, что надо. Так, такая прическа, кстати, в Лего есть. Вот такой вот бандос. Ну, прикольно, ну, прикольно. Ну, вот не знаю, вот в комментариях, вот как вы думаете, что же все-таки по итогу лучше? Бравл из пятерочки или... О, это спайк кактус. А, я думал, это арбузик, а это спайк кактус. Не знаю, вот такое у нас получилось. Но зато, кстати, попались нам сегодня технически не повторки. Ну, то есть в этой распаковке не повторки. А, и я предлагаю нам немножко пофилософствовать и в комментариях, и не в комментариях. Как вот, что для вас круче и лучше? Прям вот настоящие бравлы, коллаба, суперсел, туда-сюда. А, но вот в таком резиновом исполнении поиграть в них, как в человечков, по факту и нельзя. Или все-таки вы поставите лайк и напишите, что... Давайте так, кто за вот бравлеров из пятеркина, пятеркиных, ставьте плюсик. Кто за бравлеров вот из аппарата за 40 рублей, один даже за 20, между прочим, то ставьте минусик, потому что, ну, будет вот интересно посмотреть реально, как вот мнения разделятся. Я, честно говоря, не знаю, наверное, я как коллекционер всякого разного, наверное, я за, и любитель оригиналов, наверное, я за бравлеров из пятерочки, потому что, ну, всегда, понимаете, можно купить хоть миллиард повторок, то же самое и с Лего. У меня тоже с Лего были эксперименты, тоже я покупал подделку, мне присылали на обзор подделку и так далее, но вы знаете, я, наверное, все-таки вот за оригиналы. Я и вам, и в Бейблейдах такая же история. Я вам говорю так, лучше накопить и купить себе одну вещь оригинальную, хорошую, качественную, одну вещь. Она для вас будет гораздо интереснее, чем купить 10 подделок. Ну вот правда, потому что подделка, она забудется, поломается, выкинется, а оригинал останется на подольше. Хотел сказать навсегда, но... ну, на подольше. Вот, а так, в принципе, ну, здесь немножко другая все-таки история. У нас получается тут даже не столько подделка Лего, сколько, ну, как понятно, подделка Лего, но вот в том, что мы сейчас снимаем, это как бы просто фигурки получается. А бравлеры, по факту, резиновые фигнюшки, и стоят они дороже. Вот этот вот вопрос, конечно, я оставлю открытым. Предлагаю вам самим порешать для себя, что вам важнее, прикольнее, не знаю. Как вы думаете? Вот напишите. Я с радостью все прочитаю, все посмотрю, все это самое туда-сюда. Вот, поэтому вот. А на этом на сегодня все. Лайк, подписка на канал. С вами был Книга Моша. Огромное спасибо всем, что были сегодня все здесь со мной. Я безумно люблю, обожаю, уважаю. Вы мои самые лучшие, обожаю вас, вы все красавчики. Всем удачи, всем покедова. Пока-пока-пока, ребята, пока-пока. Не забываем про подписку на канал. Давайте прям пам-пам-пам-пам-пам. Подписались я быстренько. Всем пока-пока.